Uda się. Dobra. Поверните вы, блядь. Меня не поворачивает. Таня на пассивку ЛТ, я не сдох, я бы ни одного вражеского не убили, сука. Блядь, да ты гонишь, балована. Ну я тебе пусть сразу уезжаю. Всё, проёб, блядь. Блять, тут какой-то план, блять, поездный. Сык знал план. На Сызбершинге. Уже, блядь, встало сюда, да? Ну, до 6, блядь, вставало, блядь. Все в дерьме! Пойдем, помните. Я в землю упал, у всех попало, у всех попало. У меня снаряд в землю падает, блин. Да не то, что качаю, я уже ее прокачал по факту. Уже прокачал эту девятку, потому что, ну, я не буду на десятку строить. Даже не нужно, у меня чертежами откроется.
Ну, тут на девятку поставил пушку топовую, но она мне вообще не нравится. Да, по пробитию все круто, но... Ерик Маник. А я страждаю на ВЗ-51. Ах, чё там страждать-то? Блять. Конечно, соснулый бой, блять. ЛТ кончи, блять. Просто кончи. У них все. Все, ни одно ЛТ у них не светится, блять. Рикошет. Зато попал в рикошет. Ерик Маник. Према нету. Према нету. Так ты поиграй в этот... Блядский. В натиск. В натиск поиграй, там дают прем. Очень, очень легко фармится прем. Ну там, один день према очень быстро попадет. Ерик Маник. А классно. Так что... Ерик Маник. Пограю. Там за полтора часа можно 4 дня прямо поднять. Один день прямо вообще легко добывается. Блять, он переехал, потому что он светился сучка. Ну, это, кстати, это в кустах очень близко. Спасибо, ты на день хочу посветил, блядь. Блять, ну, сука, пушка, конечно, классная, но стоковая лучше, блять. Блять, да вы совы, высунься сюда. Ерик Маник. А как раз бачата может успею вкачать? Может быть. Ага, вот сюда посмотреть, да, блять. Конечно, ты будешь сюда смотреть. Он с места пробития не пробиваю. Ну конечно, ты, блядь, увидишь меня через кусты, блядь, вот там ёбок. Некой. Какие-то вот там ёбок, блядь. Пробивается, блядь, нахуй. Да, блядь, с первой палки, нахуй. Игра лучше. Просто лучше игры в этой... Это не случается. Но я свету, блядь, нахуй, все на голде, блядь. Ёбок не светит, нихуя. Ну, я не отсвечусь, понятно, блядь. Охуенно просто. Ерик Маник. Сколько у тебя боев в той метагре? Там много, блядь. 56 тысяч, блядь, нахуй, в этой игре, блядь. Да охуеть, ты перестанешь попадать по мне, блядь. Сука, блядь. Блядь, дегенерант, блядь, на СТР. Ну, победа была тут, возможно, блядь, но... Я в свету, блядь, бесконечно, потому что у нас игра такая, конечно. Да, блядь. У нас 3 ЛТ дауна, 1 АФКшный, блядь, 2 обезьяны, блядь. Много лучше. 56 тысяч, блядь, пойдем. Нужно больше. Даже больше. Эх, паршивый боёчек, блядь. Вот кинет в паршивую команду, блядь. С паршивыми олдсами, блядь, которые нахуй вообще не способны. Тупо. А, этот убежал. Ты смотри, он убежал. Ну, все, пока. Не так часто ему бусты включают, блядь. Он убежал. Понимаю. Понимаю, братан. Понимаю, все. До свидания. Это его бусты, 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 бусты ему, не дал. Так, ладно. Ерик Маник. Мне хотя бы раз в год включили, жаловаться не буду. Ну, там чел просил постоянно, просто, ну, как он не онлайн, так пусть включите ему бусты.
включите ему бусты. И, блядь, эти бусты часто включались, ну, блядь, я как бы не все время онлайн в этой главной игре, блядь, чтобы включать бусты, блядь, пока да я... Убежал. Ну, бежи, бежи. Да, еще, блядь, склада выкинул человек 20, блядь. Они тупо не играют, блядь. Больше, чем по 2 месяца. Ерик Ланик. Может, они не бесконечнее, как он думает. Ну, они не бесконечные, их надо создавать, блядь, и прочие моменты. Куда вы поехали? Алло! Куда вы поехали? Ну, бля, понятно. Вось еще быстрый бой. Ну, тяжело. Ну, очень тяжело, блядь. Бля, я встану на холмик. Что он все уже, бля, я даже не так пытаться. 4-6, да? Что-то не рад, потому что такое, конечно, у меня по своим суждениям, блядь. По лучшим моментам, блядь. Если это сделано, то что мне пострелять, да? Пафи. Стрелять можно только в этой, блядь. Чего, которые захотят параш. Это херово. Я в НЛД стреляю, попал. Лучше нам гармату. Блять. Пушки на этом танке, блядь. Тюрьмой ебаная, блядь. Уел ли там, блядь, каждым шотом передают. Каждым, сука, своим шотом, блядь. На 200 дамага, блядь, он ничего. Всирает по мне хуй, блядь. Вот это вот сына говна. Онная. Онная сына говна. Каждым, сука, шотом, блядь, всирает по мне хуй.
блядь, не успел. Мимо нахуй не стреляем. Да как ты заебал, уебок, блять, нахуй. Ерик Маник. Стример рун протвен камгру. Бля, не понял, что там скинуть получится. Скажу честно, ничего не понял. Стример руинит противника. А, все, понял. Бля, это просто конченый опот. Он вроде как от украинских разработчиков, но он не может по-украинскому, блядь, разговаривать, сука. Не понимает букву И, блядь. Просто нам повезло, мы победили, я думал, это слив, блядь. Ну как, еще надо победить, но я, скорее всего, это победа. Блядь, да пробивайте же вы. Пиздец. Ерик Маник. Может, садись и какой-то рахрап, ха-ха. Да хуй его знает, блядь. Ну, там типа контора, которая типа там... Ну... Почему-то, блядь, украинский, я на сука не понимаю. Ура! Победили, победили! Блин, ну пушка, конечно, расстраивает, она долго сводится. Да я играл стоковую пушку, блин, просто такой кайф, она так быстро сводится, выехал, стрельнул, тут на выйти свестись. Но ты платишь за больше пробития и за больше отсюда. Ну, блядь. Такое. Так. Ну еще надо 2 дня поиграть на этом танке, чисто для того, чтобы зафармить себе стилечки. Там типа... Стилечки дают. Нихуёво тут насыпало. Ерик Маник. У бачата девятки там такой разброс на сток пухи. Ну, все там по-разному играются на сток пухи. Хуже, чем у КВ-2. Есть такое. А сколько там мастеров сегодня? Блядь, не хватает. Я думаю, что-то много не хватает. Ну, вторая степень только, блядь. А, Ерик, блядь, на мастеров 1500, вы чё думаете? Не поехал. Ну просто у нас такой момент, у нас поехал супер конь, еще пару тяжей не в ту сторону, и третий, блядь, ПТшки, конечно, полный шлак. Челы, которые должны быть по 1000 дамага, блядь, по 3000 среднего. Мы чудом победили, короче. Победа была одержана чудом. Дубина смотрится классно, вообще такая здоровая. Но, блин, расплата слишком сильная за нее. Не сильно мне так нравится. Ерик Маник. Стример сифтист вытащил. Ерик Маник. Сифтист. Не, там без лова, без лова. Там видишь, вот
когда их были две ПТшки, они, ну, они разворачивались в сторону. И потом еще арта убила 277. Ну, они, скорее всего, победили бы. Но мне повезло, видишь, арта спасла меня. От 277. Ой. А нет. От 37, блядь, кто эти? Там их прозывают, блядь, одинаково, блядь. Белый с этим. Я возьму красный с золотом. Бля, так хорошо летел, только в землю упало. Там даже не светил, что не успел. Ну уже. Что тебе ж так похуй? Ты гонишь, блядь, исчезает. Ой, решил я, по-моему, пиздец. Он катается как чухан, блядь, я не попадаю. С третьего раза, блядь. Писюн на арте решил по мне уже стрелять. Да иди ты нахуй, а? Только станция. Выкатись больше, сука. Заебали эти артоводы, пиздец. Ура, победа! Вторая подряд. Стоим праздник. И хули ты на меня смотришь, что ты? Ерик Ганик. Ну ладно, мне надо уйти на минут 40, хороший пор, если не афнишь, зайду. Окей, давай, удачи, давай. Перемога. Yeah.
Кац. Десятка за 8 кусков, понимал. Я же 300 кусков, что пытался. А еще по крестам надо два раза по опыту, блядь, войти в топы. Я даже в топ кинул, аля, надо играть. Проблема в том, что в лес, блядь, хреновый, тот стал лучше. Блядь, не успевает оно свистеть. Мне приехал, блядь, укачал. Какая везде не будет. Приехал, стою, блядь. Блядь, снимаю, сука. Повставали эти, блядь. Печально было бы. Должно быть. Thank you.
Функция текущей 5. Да как ты, блядь, не попал, сука, блядь. Блядь, да целься ж ты в него, блядь, катаешься, блядь. Да и, блядь, нахуй. Куда мне по 500 кидает, блядь, они стоят, блядь, что ли, сука. Вообще хуели, блядь. Не целится, блядь, катается туда-сюда, блядь, это... Бля, у меня не пнется пушка, блядь, пушка, блядь, что, типа, я не дать, блядь, здесь. Аж и ебану его убежать, блядь. Фига не то, блядь. Блядь, ну ты гонишь, блядь, лучше бы гармату, ну ты гармату, блядь, нахуй. Ну заебывай, блядь, нахуй. Пушку тут ломают, блядь, любой чмо, блядь, с одной палки, блядь. Все, все, все смелые, нахуй, блядь. Стояли, блядь, как вкопанные, блядь, меня уронили. Ну карта кончена, блядь. Ну что я сделаю, блядь, меня не гнется. Там, блядь, я выезжаю, блядь, чел, блядь, стоит, блядь, душа. Сука. Нет, не на стрелях. Там, блядь, мимо летит, криво, мимо, криво, блядь. Чухан с куста мне ебошит, да ебать в свету, блядь, на танк. Вот, блядь, сейчас это играет, да. На этом японском фоне еще завтра надо поиграть. Хватит ли у меня силы, блядь, на это? Вопрос. Блядь, тут еще надо попасть в топ-5 по опыту, блядь. Ты попадешь, блядь, в топ-5 по опыту, потому что... Потому что, блядь. Ты нахуй сюда пиздец. Ну, кончено, короче. Это что ж мышь такое везение?
Кейдис 4444. Проебал кошелек, купил новый. Блять, ну ты, конечно, даешь, блядь. Это все твои, блядь, мультики, блядь, 44. По городам. Блядь. Сегодня звонят, что нашли, блядь. Дальше там, блядь, с этими, с документами, блядь. Чья? Кейдис 4444. С картами. Понятно. Бамп всего. Ты, блядь, даешь. Блять, а как я не пробил тебя, сука, ебаный? Цена. Я, ну кумуляр. Кейдис 4444. Как помойка? А, она не меняется. Уёво, как всегда. Я тебе, я нужен, блядь. Где дебель-то, блядь? Там есть прицепция. Не, ну хотя лучше, чем вчера, победил, блядь. Хотя бы сегодня третий раз подряд побеждаю, но... Не каждый день такое у меня случается. Что я мог победить три раза подряд, блядь. Так чё, идешь забирать кошелек? Возьми хоть что-то там, блядь. Надо же, блядь, отблагодарить вернувших. Как ты, блядь, умудрился проебать кошелек? Ну, это, конечно, ты, блядь, даешь. Кейдис 4444. Я хазы. Понятно. Кейдис 4444.
Ну типа это полиция нашла. А, полиция? Кейдис 44-44. Ну им передали, как понял. А, повезло, сознательные граждане, блядь. Идет к тебе. Игра, бля. Это наша игра. Чего должен быть? Не исполнится. Чел, высунись, блядь. Конечно, не пока. Да, думаешь, он там стоит, блядь, как он облетает. Тут забор. Ой, блядь, там танк с нулем брони. С нулем, блядь.
дождя, блядь. Ты гонишь, ну трижды, не ног, трижды. Туды и сюды, я стреляю, он светится, я стреляю, он светится. Конечно, первый раз, говорится, будет. Черт, это бьёт. Это без пуха. Ой. Дела.